Старт третьего матча. Респекты против To Be Announced. Первая карта Буря в пустыне. И за атаку Респекты сейчас придется не сладко. Но попробует, конечно же, показать своему сопернику то, что знают, то, что умеют, то, что готовы. Да, я, собственно, почему-то в начале, точнее, в завершении предыдущего матча сказал то, что будут респекты против Виенов, но я совсем забыл то, что здесь To Be Announced. Но давайте посмотрим, на что парни способны. Минус от Тимохи, минус от Соу, есть неплохой минус от Скайлейка в ответ. Пытается Халдрок зайти еще как-то по позиции Б-сайда, но все безуспешно. Да, закрыл Саушки, но Артем, я думаю, навряд ли расстроился, тиммейт разменялся, так что все нормально. И это 3 в 2, Джеза битый, Скайлейк фловый вдвоем через длину. Крепление под бэплантом явно не помешало бы, и это будет Зи. Олег кочует пока что на железе, периодически поглядывает под аплант, под бэплант, но под бэплантом как раз-таки и намечается сейчас веселье. Возможно, Вейк уже и передает информацию своему тиммейту, так что сейчас более пристальное внимание будет именно к Б-сайду. Скайлейк попытался пикнуть соперника в пленту, это же Вейк, у которого 40% здоровья, но Зишка при этом не особо торопится на открытие. Подождите. Джеза закрыл Ри. Зи опять же с той же позиции выходит в спину, закрывает Джеза, Скайлейк. Скайлейк не успеет. Нет. Отошел сейчас на длину. Зишка нашел минус и вернулся назад. Как был максимально дисциплинированным, аккуратным игроком, так им и остается Олег. Но и отходит сейчас под апленд в надежде на то, что соперник, возможно, здесь пытается их как-то разводить. Но Вейк справляется нормально с приемом бэплента. Находит минус и приносит первый раунд команде. Не сказать то, что супер сложно здесь все складывалось как-то для команды To Be Announced. Но топорно. Все аккуратно, из-за угла каждый чекает, никто на контакт не идет. Но в любом случае 1-0. 1-0. Полетели хаешки, возможно, и фаст. Побаиваться его ребята из Би Анонс, поэтому отбросают туда хаешки, но этого пока и не было. Возможно, было в зачатке, то есть ребята хотели все-таки туда прорваться, но не так быстро, как планировалось наоборот. То есть, да, отдавали просто хаешки. Окей, смоки, хаи, бросают что одни, что другие, но пока все тихо. Я могу сказать, что, ну, все равно, шляп, который писал и спойлерил один из фильмов, ну, даже если столько времени прошло, есть те, кто не смотрел, но правда, да, тут тоже нужно понимать, что какое-то определенное прошло, в общем, спойлерить все равно. Ну, стараться нужно сдерживать себя как-то. Мало ли кто не смотрел. Я на самом деле фильмы Marvel посмотрел где-то, ну, может, полгода назад. Что-то такое вот прям совсем вот недавно, грубо говоря. То есть, ну, а что за фильмы? Серии Marvel. Нет, которую он спойлерил. Про Тони Старка. Понял, Железный Человек, там что-то такое. Да. А ты не смотрел? Я смотрел, но Тони — это только Железный Человек, либо Мстители. Других вариантов нет. Ну, да. Ладно, давай это чуть позже обсудим. Здесь пока что первые контакты на карте. Это Тимоха и Соу, которые находят минуса. Ри погиб в ответ, но Вейк вроде как не прощает здесь никого. Вот так вот. Соло принимает спокойно минус 3 и говорит, заходите. Да, но это 2-0 пока что. Да, стоят непреклонно, все у них окей, да, просто было время немножко рассказать, пообщаться на эту тему, да, но лучше об этом чуть попозже, когда будет реально на паузе, время поговорить. Соушки забирают куса, сейчас Вейк открытие, летит под тачку, хаешка в ответку тоже, серия хаешек взрывается под лонгом, Ри, открытие со второго этажа, наверное, будет после того, как Тимоха заходит, у Тимохи позиция, он слушает, Тимоха, ну, я тут не успел подключиться. Но в любом случае он уже отошел, просто думал, мало ли они в агрессивную встанут. Тут вроде периодично миксует агрессивный груз с пассивной. С площади выходил, пооткрывался так же с первого этажа. И вообще в итоге вышел на второй. Но оборона пока что имеет преимущество на одного игрока. Подруга забирает это преимущество, теперь уже все на равенстве. Тимоха, перестрелка против Тэшки, Джеза должен подрываться, наверное, на второй этаж сейчас, но это слышит, Тимоха оборачивается, смотрит, проходит, и куда Джеза забайтился на тиммейта, тот стрелял и, ну, на испуге. Ну и Тимоха минус 2, при этом слышал еще и третьего игрока, это же Халдрога, петляет тут Тимоха как может, Халдрога идет вслед за ним, опасный момент, Тимоха здесь на голову вполне себе может сыграть, если бы Дрог зашел вообще под нижнюю тумбу, но он отошел в сторону ланга, есть минус, все-таки Тимоха надеялся его как-то нагнать, возможно, понял то, что соперник отходил, но не срослось, не получилось, окей, Халдрога 1 в 2. Пройдется. Вроде на планта, но там его мониторят. Вроде бы как, Зи оборачивается на кишку и еще и, да, все решил. Ну и эту кишку буду слушать. Есть опыт, инфа пошла, тиммейт должен бежать.
подруга поднимается, Зи должен держать себя в руках, чтобы выйти, когда это нужно. Если в крюке пошла перестрелка, он уже просто не мог игнорировать оппонента, который был в пленту. Если бы он там пытался ставить, то Зи бы еще подождал, я думаю. Но сейчас так, как вышел, начал стрелять, тут вопросов никаких. 3-0. Пока все классно, более чем даже классно. Но мы с вами уже сегодня видели, были свидетелями того, что 4-0 тоже камбэкнулся. Да, было такое дело, но тут пока что Ри не позволяет выходить на эту тропу камбэка. В первую же очередь оформляет хедшот в голову Скайлейка. Неприятная потеря сейчас для респектов, и они в целом как-то толпой пытаются смещаться именно на длину. Есть заход, раскинуты были гранаты, в опорниках Бэплента опять же служит один вейк, а нет, у него на подхвате есть еще и Зишка. Но Зишка сейчас очень хорошо может подрезать здесь игроков. Ага, первый выход на перестрелку. Калдрога разменивается, но Сол не прощает, вовремя приходит на подмогу и... Они добивают абсолютно всех игроков атаки, принося четвертый раунд коллективу, 4-0. Ну и пока что как-то слишком легко и спокойно проходит первая половина первой карты. Так, Калдрога, кстати, агрессивный выпад на площадь. Там Сошки не оставляет шанса сопернику от Тимохи Хаешка. Сам Соу погибает, но погибает героем. И два оппонента для них на карте в живых. Плюс на Тэшке. Инфа прямо есть, но он остался последним открытием на Тимоху. Тимоху перестрелка в упоре, он все-таки оказался сильнее. Раунд еще один получает оборону. Это просто доминация. 5-0 идут на смену с более чем отличным настроением. Такое вот начало. Я думаю, ребята, при том, что начинали его, вообще и подход к игре был у них не самый такой радужный, потому что не смотрели за соперником, говорят, подлагивает, и немножко вот так вот в скайпе приписали. Вот, что мы, если что, это немножко недовольны. Но вот пока предпосылок к тому, чтобы быть вот совсем недовольными, нет. Вот у них все пока окей, все играется как надо. Ну, вы, ребята, даете. Сейчас еще кто-то переспросил, а что, вот вот так вот? А другой говорит, ну да, и вот, ну, ё-моё. Ну когда, ну-ка, подожди. Смотрю, какого года этот фильм. Блин, там уже год-то был, я что-то. 19-й год. Ну совсем, грубо говоря, недавно было. Ну такое. Поэтому спойлеры вот, ну я не знаю. Я, правда, тоже не берусь говорить за то, какие должны быть спойлеры, когда они должны не считаться спойлерами. Там, ну, правда, 5 лет я вот думаю точно. Вот хватит, чтобы сказать, что вот после 5 лет можно свободно что угодно говорить. Ну, год это... Ну, не факт. Потому что я вот некоторые фильмы и 5-летней давности не смотрел. С удовольствием, когда мне их советуют, просматриваю. Время вот, ну, увесистое такое. Ну, десятка, ну, вот, ну, ты не ответишь мне. Ну, короче, спойлерить плохо, все. Вот котлы для каждого, кто спойлерит, готовят. Я не знаю, я сам всегда стараюсь, если не смотрел кто-то, что-то вот, ну, не портит. Все впечатление такое вот. Морозушка, вот ты смотрел Морозушка? Нет, я не знаю, кто. Вот, а ему больше 10 лет, так все не молчи. Его тоже можно заспойлерить. Это подсказки, снятый фильм еще в Советском Союзе. Ладно. Тут врыв, который... Еще? Да я про врыв говорю. Тут игроки из 2B Anons просто врываются, раскидывают всю оборону. Остались, конечно, сами рыдоми, но, более того, они прошли флен. Обосновались, ну, причем крепко. Хотя Зик, кстати, сейчас пропускает соперника, но стрельба и инфа тема, это, наверное, то, что ему сейчас мешало повернуться, я полагаю. Но, в любом случае, забирают раунд, побеждают на первой карте. 6-0. Уверенно, уверенно, достойно. Остаются формальные раунды. И эти формальные раунды тоже бы 2B Anons не проигрывать, поскольку, как мы помним с вами, старт сезона и в целом для них был не самым лучшим, так скажем, да, где-то потерпели поражение, поэтому, возможно, в дальнейшем будут какие-то проблемы спорных ситуаций, и эти раунды тоже помогут им выиграть. Ну, а тут Вейк открывается уже на перестрелку и добирается до Скайлейка в первую очередь. Ай, какой неприятный выход. Не, нормальный, нормально. Нормальный выход, да? Чё там, какой неприятный, я чекаю, нормально. Так, Халдрога пытается удивить соперника, открывая за спину, там Рия ждала этот выход. Хаешка полетела. И Халдрога погибает. Но он решил Солянова пикнуть. Это ни к чему не привело, только лишь к смерти и преимуществу соперника. 2 в 5. Пока ребята стоят, ну, держат плен. И у них вариантов просто немного. Но соперники просто, смотрите, бегут все по лонгу. Заворачивают Сошки. Пески. Да, заворачиваются. Залорд, кстати, Солянова прыгает. Вот тоже немножко не понимаю, но ладно. Имеет, что имеет. У них в любом случае ситуация плохая и очень неприятная.
ты вот сейчас плюс предлагал, но это один момент, в котором, кстати, даже ну, никак не мешало ребятам. Он просто вот как вошел на стрит, так и умер там. 7-0. Ну, дико, без шансов ребятам сейчас отыгрывать здесь. Ну и сразу же полетели хаешки под площадь. Да, там была попытка пика со стороны атаки, но не получилось. Зато репикает и находит минус на Кхаладрога. Площадь подконтрольная сейчас респектом, но опять же они вроде как пытаются более агрессивно действовать, но из этого пока что ничего хорошего не выходит. Заход от Джеза, видит соперника, находит минус, но Тимоха тут же в размен играет. Там еще и поглядывает Ри, выход на площадь. Зелорд не обращал на него внимания, так что Ри его за это дело наказал. Плюс на нижней тумбе, хотел сказать, на нижнем кафе, но и там он, собственно, и остается отдыхать. Остается один Скайлейк, че, куда? Но мне показалось, или он даже не пытался ее заивейдить? Да, он уже, это было не первый раз, в принципе, Скайлейк вставал так, он еще и на предыдущем матче тоже, я помню, на Провансе просто с ножами открывался, если ты помнишь по моим комментариям, что, да все, уже убей меня, Гарри, вот такой вот момент, когда он тоже там сдавал, просто убей меня, ну, все, и тут то же самое, конечно, летит, ну, тут справедливость ради, он просто и шансов немного имел, вот я таких хая, потому что она ему прям под ноги залетала, вот как-то вот так вот. Джеза, отличный 3 минуса, которые позволяют обороне получать преимущество по живым игрокам. Тут Зи один остался, но у самого Джеза после этих перестрелок осталось там совсем ничего. Один с хп. Куда? Зи бежит под бету. Есть вариант поставить. Заметил соперника, зрительный контакт был установлен. Даже в открытую, да, есть время поставить, в принципе. Но тут опасненько, конечно. Да, но он все-таки поставил этот фугас, и посмотрим, как они будут выбивать его вдвоем. Зишка сразу же на боковую, в первую очередь встречает Джеза, его закрывает, и там The Lord в ту же копилку отправляется. Так что Зишка прекрасный клатч раунд 1 в 2, и раунд вновь в кармане команды 2BAnonce. Ну что тут, 10-0 что ли? Ну, похоже на то. Нас там просили больше по игре говорить, один молодой человек. Ну, вот тут мы как раз-таки про игру вроде как все рассказали, тут ничего нового, по сути, не происходит. Поэтому вот чувствуя какую-то свободную минутку, секундочку, вот иногда позволяем себе как-то так относительно отвлекаться на то, что, по сути, с вами же и связано зрителями, потому что только трансляция. Ну да, основное направление, конечно же, это комментирование просто, если есть свободное времечко, то начать от него выделить, ответить на что-то. Это, возможно, тема какой-то развития, почему бы и нет. Но да, тут нужны какие-то вот грани, все такое. В общем, у тебя-то мы услышали. Хорошо. Зи снова один. Два соперника у него осталось. В этот раз не удалось забрать ему. И это раунд для обороны. Первый раунд. Ну, респекты, да. Ну, тащи бы... шампанское. Тащи шампанское, да. С одним раундом здесь навряд ли парни будут довольны собой. Опять же, первая карта проходит максимально крушительно, просто в одни ворота, можно так сказать. И хаешки гремят сейчас под длиной, вроде как агрессию пытаются излишнюю проявить. И ему то удается, неплохие фраги на ланге находят. Единственный минус от Вейка, Зишка там еще пытался побороться, но его тоже выключили. Второй раунд забрали для себя респекты. Ну, что-то вроде пытаются придумать, но опять же, эти раунды не несут за собой никакого плюса им в этом матче. В дальнейшем, может быть, да, но сейчас нет. Тут опять уже победа от ЦБ. Я в одном из матчей там Вьены были, да, против Бизнес, если не ошибаюсь, как раз-таки говорил о том, что есть время расстреляться. Ты как бы сейчас, вот если понимаешь свою недостачу по скиллу против соперника, но восполняешь ее на формальных раундах. Там привыкаешь к нему, как он двигается, что-то примерно для себя там, может быть, берешь, так вот, ну что-то вот такое расстреляться. Да и то это, правда, мысли вслух были, которые, возможно, имеют право на существование, а возможно, там с чем-то можно не согласиться. Есть такие моментики. Ну просто говорю, мысли. 3-4. Уже потихоньку поджимаются. Но сейчас, знаешь, вот даже интересно выходит. Ну, осмелели же, вот не чуть поболее, я вот только в хорошем смысле говорю этого слова, респекта, вот, и поджимая, они заставили соперника, может быть, где-то бояться или действовать иначе, и начинают на этом набирать свое преимущество, но вот логично будет сказать, что, а где раньше-то были, но тоже ведь, понимаете, не все так просто, то есть, как бы, да, сейчас есть... Ну а потом, до этого вот сложно вот такое представить или придумать или сделать, хотя просто пробовать, да я не знаю, короче, ну вот, ну, не просто. Мы можем бесконечно общаться на тему «если», вот, всегда вот такое.
можно какие-то причины, еще что-то придумывать, следствие. Да, да, все именно так. Но тут пытаются все-таки поставить уже точку в этом раунде и в целом на карте игроки команды To Be Announced. Вроде как пытаются начать с Open Frag, им это удается. Ри как раз-таки делает этот entry kill. Идет смещение сейчас от Skylake. Заход потихоньку, помаленьку на длину. Но они с нуля не выходят. Они ждут очередного пика через площадь. И, может быть, будут правы. Там по плюсу еще появилась инфа. Но Ри находит еще один минус. Погибает Skylake. И от этого можно уже действовать далее. Но на ланге еще находится Халдрог. Это тот парень. Не лыком шит. Да. Есть такой моментик. Сейчас, кстати, оборона обе конца карты находится. Оп, Джеза тут прицелом вводит. Что-то рассказывает тиммейтам или нет? Может, и что-то знает. Тиммейт тут подходит под первый этаж. Побаивается Джеза. И, кстати, есть за что бояться, потому что его пятая точка видна через эту щель. Джеза будет прыгать, и тиммейт должен его добирать. Ну, хотя тоже может быть наоборот, но нет. Все, тиммейт добирает. Падает параллельно еще и халдрогом. Это раунд для атаки, который нужен был, чтобы закрыть эту карту. Победила со счетом 10-3. Так. Так. Да. Давай смотреть. Конечно. Буря. 10-3 на ТБА. Жека, жду в личку. Пиши со скриншотом учетной записи и, собственно... Получаешь свой приз, но у нас вторая карта, и она же финальная на сегодня, это карта Убежище. Опять же, на Убежище довольно неплохо смотрятся игроки команды To Be Announced, на респектов сейчас посмотрим. Но, откровенно, ждал большего от респектов, будучи в обороне на Буре в пустыне, да и в целом в атаке они тоже могли бы больше придумать. Есть ощущение, что немного уже подустали, а может быть и какие-то технические моменты тоже давят, если ребята через VPN сидят, где-то не удается справиться с командой To Be Announced. Ну, всякое, всякое может быть, посмотрим. Так. Ну что, поехали, все на местах вроде как. Ну что, поехали, да. Да-да-да. Мне кажется, я знаю, какую сегодня фразу можно дать на отмашку ребятам. Вот. Ну, об этом, наверное, давай, когда этот матч закончится или что? Или в свободное время? Или, может, ты сейчас хочешь, чтобы тебе накидать? А? Посмотрим. Без разницы, я пикнул в любой момент. Просто да, тут мемас такой сегодня вырисовался. Ты, если хочешь, просто напиши мне эту фразу в лес в ВК и все. Ну окей. Так. Ты синхронист, я не знаю. Ты не повторяй, давай. Ты меня не пародируй. Ага, конечно, я первый был. Ладно, давай смотреть, что у нас тут с Убежищем, как они будут играть, что будут придумывать. Но, как я уже говорил ранее, To Be Announced на этой карте тоже крайне неплохи, и респект, нам надо как-то реабилитироваться за свою игру на первой карте. Ну вот сейчас как раз-таки мы и посмотрим. Начало миссии. Респекты разбегаются. Опять же, все по дефолту, в принципе. Халрон на хаешку выходит, бросает. И это в район Зиги летит, но туда никто не пикает, поэтому... Даже посмотреть, к чему она привела. Нет, там плюс-плюс. Плюс-плюс-минус играет там. Ну, просто отыгрывает центр карты и по совместительству чекает Зигу. Skylake находит фраг по Ри и куда далее будет проход. Потому что фраг полученный, по идее, лучше не затягивать. Пока оборона еще не понимает, что да как, лететь, попробовать. Почему бы нет? Тимати, минус по лорну. Сам он погибает от рук Халдрога, размен сразу же. И на бете Джеза вовремя повернулся, нажал на F, посмотреть, нету там кого-либо сзади. Но я думаю, просто случайно нажал. И это, на самом деле, даже относительно интересная тема для обсуждения. Потому что, наверное, у многих по дефолту так на F и стоит обернуться. Я помню, в один момент меня как-то это взбесило, потому что привело к поражению в раунде. В итоге, ну вот, зачем оно на F, когда ты хочешь нажать на D и случайно промахиваешься. Вот поэтому такая вот тема, давайте об этом, наверное, чуть попозже. А сейчас Wake один остался, пытался вбивать плент, да, но его тут плюс быстро остановил. Ой, вот сейчас вот. Будь здоров, расти большой. Я успел, ребята, это слышит только Макс.
спасибо. Да. Но будет все равно большой, расти большой, не будь лапшой и так далее. Ладно, друзья, здесь пока что один раунд только смогли отжать для себя игроки Respect Yourself. Ну, собственно, всего лишь один такой сказал, типа, их тут уже много прошло. Первый же раунд для себя забирает респекты, и в следующем Джеза получает уже урон, но, собственно, разменивается дамагом с Тимохой. Под мид пока что не удается выйти. Может быть, попытка будет захода коннектора, но коннектор должны будут поддерживать через длину. Хаешка падает на беттер, тут никого не видно. Коннектор, скорее всего, сейчас собирает сугубо информацию, но, с другой стороны, еще и длина начинает свое шествие, поэтому сложно назвать их информационным, точнее, сложно назвать этот выход информационным. Зишка не прочекал Скайлейка, да и, собственно, не было информации по нему от слова совсем, так что Зи здесь погибает, и Аплент в очередной раз можно съедать без проблем. Минус от Хала Дрога, и это уже 4-2 ситуация. Солушки вместе с Вейком, но Сол нашел минус на Джез, может быть, еще и ретейкнут, если есть там где-то гранаты, но плюс остался еще в тылу врага, нашел фраг и, опять же, подкосило это немного команду To Be Announced. 2-0. Так, добавил бы еще фразу, но дела такие, что 2-0. Это что, ребята сейчас будут играть безответно? Но пока неизвестно, разумеется. Надеемся на то, что такого не получится. Ну, вот пока что минус по плюсу находит Зи, открытие на ланге. Там успеха не нашел, отошел, но вот тут выход Джеза, фраг по Тимохе, фраг по Зи, открытие в упор, там Вейкленд, тут, будучи зажатым, что ему делать, ему на мидл выходит на подкрепу, Солушкин его выключает, в упоре Вейк держался до последнего, но его закрыли. Кстати, у Ри есть хаешка, мог бы попытаться бросить, но если бы знал, попробовал, я думаю, но окей. 1-3, придется выбивание, и сейчас, что самое важное, ребята наверняка думают о том, как укрепить альфу. Это тоже такая тема, ты вроде бы пропускаешь альфу, хочешь ее укрепить, а в следующий бац тебе надо это. Не знаю, посмотрим. Но победила пока это 3-0, и выход в лобби. Мурмурин пишет, я больше никогда не буду ставить ставки. А, ты, наверное, не успела. Мор будет, говорит, если ставка моя зайдет. Я офнусь навсегда. Ну, конечно же, это больше рофил. Это то же самое рофил, когда я говорю, что я как встану, как выйду в окно, но потом зайду обратно. Опять же, говорю, потому что я живу на втором этаже, у меня крыша на первом, поэтому я выхожу со второго на первый крышу, на первого этажа, и возвращаюсь обратно. Ничего страшного в том, что выйти через крышу, через окно нет. Была бы еще оттуда лестница, то это реально была бы вот как план Б. Спустился просто с крыши и все. Ну, можно, правда... Тупо когда да. Лень через подъезд выходить. Да, зачем людские выходы? Людские. Начало миссии. Ну окей. Смотрим сверху. В принципе, от атаки ничего нового. Правда, что у Халдрога тогда бросал хаешку на Зигу. Сейчас ее нет, ее бросал кто-то другой, походу, что просто там что-то взорвалось. А? Пытается найти минуса сейчас. В обороне, ну, я не уверен, что что-то такое вот поменялось. Наверное, просто подход между собой ребята объяснили друг другу, что нужно делать в подобной ситуации, когда, там, допустим, падает какая-либо из позиций, вот, движение команд. И лишнее, наверное, не пикать. Хотя тоже, ведь знаешь... Ты можешь взять какой-то себе пассивный стиль изначально. И потом, когда соперник расслабит свое внимание, расслабит внимание, вот, то потом взять и ворваться. Сейчас хороший минус, ребят, потому что может открыться своевременно, это получается сделать. Остался один Скайлейк, 15 кп, на него открытие, Тимоха забирает. И раунд есть для обороны. Ну, пока что они вроде как пытаются нагонять своего соперника. Опять же, со счета 3-0, да, у них же было. Сейчас 3-1. Yeah. Да, все правильно, я все помню. 3-1 пока что счет, и пытаются еще как-то вернуться в игру To Be Announced, но они вполне себе могут это сделать. Выход сейчас опять через длину и через коннектор. От Хала Дрога в очередной раз минус. Зишка тут же разменивается. Хаешки гремят пока что под выходом коннектора, и вроде как не удавалось Джеза открыться, но все-таки удачный тайминг для себя ловит 3, находит даблкил, до плюса можно добраться. Но плюс понимает то, что он сейчас 2 в 1, в идеале вообще где-нибудь выцепить соперника под мидом, выйти на ситуацию 1 в 1.
Но бомба сейчас будет установлена. Так, а хаешки есть? Бомба была установлена. Нет, хаешек, судя по всему, нет для того, чтобы соперника в пленту отзонить. Но и пытается от мида действовать сейчас плюс. Но он понимает то, что соперник вдвоем оставался где-то в районе мида. Там информация, судя по всему, была. Но они его здесь заставили открыться раньше времени. И Соу все-таки его ликвидировал. А вот уже и 3-2. 3-2. Табло тебе анонсы для себя добирают. По минимуму, чтобы догнать соперника сейчас. Да и может быть... на таком вот сноуболе некотором продолжить свою игру. Миссия провалена. Посмотрим. И вот сейчас, наверное, тоже есть место тому, чтобы поджать, сыграть агрессивно, удивить соперника. Посмотрим, опять же. Так, кстати, Зишка. Смотрим. Он вроде разбегается, да, в район кухни. Отдал хаешку, отступил. Но хаешка слишком высоковато, наверное, летела. И соперник успел от него вернуться. Бросает лорд в ответ хаешку. Она полетит, наверное, вот сюда как раз под тачку. Да? Ну, не под тачку, а под стенку, но окей. Зина никак не мешает. И, к слову, вот опять же, хаешка классная, вопросов не имею. Просто под нее никто не пикал. Вот в чем дело. Ну смотри, Джеза выходит сейчас с коннектора и выходит опять же соло, но тем не менее его за это дело никто не наказал, он нашел минус на Зи. Размен от Вейка, Халдрога тут же вступает в перестрелку под аплентом, но они все пикают поодиночке, Вейк продолжает поодиночке их и наказывать. От Зелорда минус на Ри, и тут Вейк уже был обречен просто на провал, поскольку соперников было слишком много на карте, и прожимы были абсолютно по всем позициям. 4-2. Третий бы раунд забрать сейчас, и можно, ну, плюс-минус со спокойной душой переходить на вторую половину команде 2B-Anons. От выход на длину, но здесь теперь Зишка занимает довольно контактную позицию. В закрытую пытается играть Вейк, сугубо на чек. Хотел сказать то, что в закрытую, и уже сказал, и в этот момент он такой, не, я в опенфилде поиграю. Выходит на перестрелку, закрывает его Скайлейк, Зишка может разменяться, по нему есть информация, но как бы Олег ни старался... безуспешно, и я вылетел. И я тоже вылетел. Все вылетели, походу. Тут 2 в 5 ситуаций, атака имела преимущество. Это просто то, что я вижу, и не знаю, наверное, не у нас одних. Кайп чекну, ну-ка, может, туда сразу же ребята писали. Так, у вас пока, ребята, значит, вот это повисит. А, мы пока заходим. Опа. Опа. Так, самый прикол в том, что у меня кнопка «Играть» не работает. А у меня работает. Ты сейчас так напугал, что заработала. Я подумал, что мало ли, у ребят вообще тоже и какие у нас бы там, чтобы не работало. И вот как раз-таки надо вот под конец, когда ребята вот доигрывают уже последнюю карту для себя, вот такое вот исполнять. Ну, вроде заходит. Так. Странно будет, если только нас выкинет. О, пиликает тут. Пока так, ребята. Звук будто бы... Ага. Знаете, когда выкинул тебя, и тебе нужно зайти, чтобы тебя разлогинило из той сессии. Хорошо. Еще раз играть. Да, у меня такая же штука. Мы ребята-то настойчивые, поэтому мы будем стучаться в дверь до последнего. Если вы понимаете, о чем я. Так. Ну, у меня, ага. У тебя, ага. Это хорошо. А у меня сначала завис черный экран. Экран. Экран, а потом все нормально. В скайпе Вейк написал всех краш, я написал плюс. Так. Производится выход из аккаунта, мне игра написала. Ну и тут Вейк сразу пишет, машнить хочет, раунд не засчитан. Ну как бы да, были шансы, но сейчас... А сейчас вот это вообще жестко начнется. Там имели преимущество господа из респекторов, но да, остались живые еще. Туби анонсы, наверное, будут раунд переигрывать. Как бы неприятно быть респектом, но скорее всего так оно и будет. Это даже выглядит логично, как бы, но да, максималить вообще неприятно. Я не понимаю просто ошибку. Производится выход из аккаунта. Просто сейчас смотрю, ну-ка, может, заскринить даже на всякий случай. Хотя ребята, наверное, заскринят сами. Тоже там отправят. Я думаю, это не у нас только проблема. Потому что вот такая вот борозда. А вот тебя что-то пишет? Поначалу написала. Что написал? Говорю, поначалу написала. Поначалу написала. Хорошо.
Ну вот и Кнакл пошел там писать в чате конфы. То, что мы остались 5-2, и раунд считается незасчитанным. Я вот, ребята, на ваше мнение, вы можете, пока у нас все равно других движений-то нету, обсудить этот момент. Но я говорю, мне кажется, то, что вот, раунд просто будут переигрывать. Ну, да, 2 в 5, да вроде бы все вот было вот в пользу респектов. Ну, тоже тут непонятно. А мало ли бы там развернулись. Типа, маленький процент на победу в этом раунде они имеют, но вот непонятно. Я не знаю. Я тоже даже не возьмусь говорить, за что, на что бы я поставил, но, скорее всего, это была бы больше переигровка. Так. Была четвертая комната, да. Смотрю, кстати, тут вообще всего 3 комнаты осталось. И пару человек на сервере. Но пока мы ждем. А вот тут вроде бы первая комната, да, ребят, создали. Первый, заходи. Так, и мы можем уже включить, в принципе, и игру. Всех? Да, тут, походу, у всех реально крышануло. Раунд не засчитывается, пишет судья. Ну, тут просто, да, ну, серьезно, ну, тут вообще, вот, ну, как тут? Тут проценты есть и у тех, и у других выиграть, даже при том, что 5-2. Ну, или, как, не знаю, мне показалось, там 4-2, но ребят написали 5-2, в общем, там, один больше, один меньше вроде, ну, в общем, смысл такой. И мы пока ждем. Ребят перезайдут, перезаходят, к слову, быстро. Три, два счет, да. Текс, ой, сделал тут. Отмашка была, пока еще не было. Давай сейчас ее дадим. Ребят, ключевое слово отмашки СЛТВ. Пишите мне в личные сообщения, хотите на русском, хотите на английском. Первые 15 человек получают приз. Да, сегодня просто это стало небольшим амасом, так, я не знаю, учитель СЛТВ, Матео. Вот, поэтому, я думаю, всем это понравится. Тем более, что можно будет быстро написать 4 буквы, вроде бы несложно. Сейчас увидит ссылку в чате, такие, опа, да, оп, отмашка, так мурмуризм и написала. Здравствуйте. Все такие на изготовке, так, и просто уши приложили поближе к колонкам. Что скажет-то? Какое слово? А? Ну, вот так вот. Естественно, переигрывать. Раунд же не закончился. Вот в том и смысл, да, говорю, потому что имели шансы и те, и другие, как бы, завершить этот раунд в свою пользу, независимо от того, сколько человек осталось живых. Конечно, если бы, знаете, было вот 5 в 1, вот условие такое, убежище, 5 против 1, 1, вот видите, у нас на экране убежка и план Б в частности. Вот внутри бы стоял один человек, и было 5-1 бы в ситуации. Я думаю, бы вот тут раунд можно было отдать той команде, которая имела бы 5 человек, я думаю. Потому что тут вообще, ну, вот, ну шансы. А это, наверное, 0.80. Ну, 80, тоже не скажи. То есть, да, как бы... Один игрок может в любом случае. Ну, то есть, 2 в 5 ситуации при потерянном бомсайде тоже можно сказать. Типа, ой, не. Куда? Ну, можно было бы просто хотя бы поговорить на эту тему, там, вот, серьезно, вот это было бы прям очень тяжелым вопросом, да, о том, что кому же все-таки раунд, переигровка или же отдавать. Но просто, да, даже в такой ситуации все равно человек бы имел шанс, он же жив, да, поэтому переигровка самая адекватная, по идее. Не, обидно, да, еще раз говорю, ну, максимально обидно, вы его уже затащили практически. Такие дела. Передаю привет своему клану War 2. Вы лучше, ребята, мы займем топ-1 в next месяце. Вот так вот. Удачки, ребят. А тут, ребят, возвращаются, играть продолжают. И со счета 4-2 матч продолжает свое шествие.
Опа, опа, опа. Сейчас чатик должен будет притихнуть на написание. Хотя там, правда, да, говорю, 4 буквы написать несложно, и бедный и твой личный. Они дур, уже там телинкают, сидят. Чего это такое? Чего это меня? Невозможно в игру, там все дела. А ты вот пишет, я бы сделал так, чтобы они снова остались 2 в 5. Нет, вообще нереально. Вообще не. То есть воссоздать именно то невозможно будет. Просто потому, что, допустим, твое, ну, чисто состояние человека. Один мог бы, знаешь, уже переживать, я остался 2 в 5, вот такое вот, и начинает совершать какие-то ошибки на теме этого, а другой бы вот, ну, короче, все вернуть не получится. Пока тут ребята перезаходят, я потихоньку начну коды тогда выдавать. Да. Хорошо. Так. Писали. У вас, ребята, вообще по чатику-то. Ну вот так-то, дождались. Тем более, что Маугли тут, да, вижу, он тут. Он больше всех, наверное, ждал. Каждую трансляцию ждет. Дед Машка, кады-кады, ребята, кады-кады-кады-кады. Уф. Окей. Еще одна попытка. Начало миссии. Ну, вижу уже те, кто получил коды, походу, написывают в чатике. Так, Кирик, здравствуйте. Ну что, продолжается матч все-таки, да, не... Слава богу, никто не вылетел, мы поэтому продолжаем. Вейк забирает фраг по скайлайку. 4 в 5 ситуации. Вот как не... Ну вот, ну... Игру доиграть, а потом забыть. Но пока игра идти будет, ребята, я думаю, ну не знаю, ну лично я, мне кажется, я бы не смог бы отпустить эту мысль. Ну вот я бы как бы играл бы дальше, но постоянно закрадывался где-то вот там. А мы бы этот раунд сейчас забирали. Вот сейчас все наоборот. 5-2 было уже в пользу обороны, и остался один халдропер. 1-3 ситуации. Ну, ах. Так, хорошо, СВП, открытие, Тимоха пикает, получает по голове, и Сошка один в один. Хелсбар явно на его стороне, сейчас сотка против 12. Есть дуалы, кстати, ровно тоже 12 пули. Совпадение? Не думаю. Ну, Калдрога здесь пытается еще как-то запотеть, затрайхардить. Уходит сейчас как раз-таки под позиции Б-сайда. Под аплантом сидит себе спокойно Соу. Да, вроде как опасаться сейчас нечего Соу. Он сам фуловый, у него в руках есть крисы и при этом родовый Калдрога. Но Калдрога может и что-то из разряда в голову сыграть. Или где-то на таймер просто распикать своего соперника. Поэтому не должно это становиться какой-то великой проблемой для Калдрога. Самое главное... Хладнокровные, аккуратные действия и ничего более. Таймер тикает, очень много времени Сол теряет для смещения с апланта под бэплант, но это уже вынужденная мера, он тут ни при чем. И заход под плент свершился, остается 10 секунд буквально прожить Халу Дрога, он выжидает еще тайминги для себя. И не успеть же сейчас, тихо. Ну вот, вот, пожалуйста. Ну добрали раунд все-таки, добрали. Хотя, кстати, вот было такое преимущество, что все-таки... Ну, могли туби анонсы дожимать. Победила, но даже волей случая не получилось его добрать. 5-2 на табло. Смена сторон. Пам-парам-пам-пам. Такие дела. Пока эта карта не идет. Кстати, вот я освежить память. Это же пик был. Как раз таки респектов. Респектов. Да. Ну да, тут даже судья предупреждение дал за агрессивное поведение в чате конференции в скайпе. Ну, тут да, тут, ну, понять недовольство можно вполне. Но надо держать себя в руках. Так. Сейчас нужно действовать, ну, не скажу, что прям совсем идеально, но ситуация плохая. У тебя анонс. Спасибо, Илья, что рассказал. Да. Ну, не знаю. Раскидки. Наверняка ребята их знают. Опять же, я просто в отношении ребят, которые здесь играют, атрибут тире туби анонсы, тире... Кто там еще мог быть?
вертолет, вот тире, все вот это вот, вот такое вот. Они плюс-минус вот так вот воссоединились, и я думаю, их знания как раз-таки тоже пересеклись, где могут использовать, ну, самые лучшие наработки в этом варианте. И вот просто из-за Вейка, в частности, и Соушки, из-за того, что они были в атрибуции, помнят и раскидки их, говорю то, что вот был классный варик разбросать альфу и зайти. Выход на мидл, минус под джезом. Солушка забирает этот фраг. 4 в 5 ситуация пока что в преимуществе атака. Лорд потерял очень много здоровья, он играет сейчас в пленту за ящиком. И все. Пока тихо. Но готовит выход на бету. Анонсет. Ой, плюс. Пока живой. Вот. Открыть. Ну там арену, заход правда, опять же, будет на шорт. И сейчас Скайлейка здесь должны будут разбирать со всех позиций. Но Скайлейк вроде как пытается выжить, правда, при этом у него... подожди, ты куда ты? Ну ладно, 4 игрока его зажимало, двоих он убил, молодец. Минус от Вейка, закрывает Злорда и остается Халдрога. Один против троих оппонентов на карте. И заход идет на шорт. Бомба пока что не установлена, но и Халдрога может здесь, конечно, ввиду того, что бомба не была установлена, пойти на какие-то более опрометчивые действия, но его Солушки еще пикает, и Халдрога... Ну, Ри молодец, безусловно. Халдрога думал, что соперник на боковую идет, а он вот он, нет. Ну так вот отыграл, по сути, спокойно. Хладнокровно получил за это раунд. Хорошо. И 5 на табло. Первый раунд пока что был в пользу атаки. Продолжат они в таком же стиле. Посмотрим. Хаешка хорошая от Вейка. Лорда он забирает. Это была аркада под стенку. Между прочим, кстати, есть сишки, так понимаю, на выходе с медла. Более расставлены. Солушки забирают фраг под жезл. Теперь можно уже и надавить на один из пунктов уверенно. Но сейчас находит время, чтобы Халдрога пикнул. И забирает он жизнецов. 4. Куда он? Пошел еще и на лонг. Там Вейк. Позиции Халдрога. Слышит перемещение соперника там. Плюс-минус что-то движение он слышит. Но вот как раз таки уходит, ребята. Я вот просто думал, они на Б пойдут. А смотрю, Зи и Тимоха отступают. Ну тут они, походу, девайсами меняются. Ну что? Сидят. Сидят, пока что респекты, ждут момент, выжидают. Халдрога собирает много информации, но сейчас как бы ему не стать здесь жертвой. Хотя Тимоха, скорее всего, ей станет, да. Тимоха смещался и явно не ожидал здесь увидеть Халдрога. Но это смещение от Хала, точнее от Тимохи для Хала должна, ну, какая-то все-таки мысль промелькнуть. Мол, типа, ага, куда это он уходил, а почему он уходил, а зачем он уходил. И все-таки попробовать, может быть, предостеречь. Все-таки свой заход аплента, слишком много слова. Все-таки, прошу прощения, ребят, немного заговариваюсь уже под ночь. Падает смок под мид, и этот смок явно дает понять респектом то, что это все-таки был выход под бомбсайт. А хаешка прилетела одна, хаешка прилетает вторая, но это только флешка. И выход через мид, я так понимаю, планируется. Но плюс должен дожидаться Скайлейка. Если он соло пикнет и проиграет этот файт, то... Там 1 в 2, конечно, Скайлейк имеет шансы, но крайне маленькие. Бомба, это все-таки бомба. Выход Скайлейка. Перестрелка против плента. И подход в упор. Плюс его забирает. Еще по счету 3 надо. Но, кстати, очень опасно играть. Сейчас мог бы не стреляться до последнего. Но он залагал, но тут уже после смерти. Тут как бы да, но как бы нет. Вот тут вот так вот. Раунд для обороны. 6-3, двойное преимущество. Оп. Бомба деактивирована. Ры-ры-пу. Больно, больно. Ну, миссия как бы могут провалена. Предъявить тубе анонс о том, что человек лагает. Но пока это вот вообще вот даже не мешало игровому процессу, то есть не повлияло на исход раунда. Вот, вот так вот. Не просто. Есть такие моментики. Окей, новый раунд. Хаешки, Скайлейк жмет, кстати, на квадрат уже залазит сейчас лорд. Есть фраг по Солушке. Вейк тоже падает, который пытался помочь в защите аркады. В защите аркады. Наверное, в убивании, правильно? Так будет, конечно же, сказать. Еще падает Тимоха. Ризи. Вдвоем. Перестрелка против лорда. Решил ее бросить. Зишка и отступил до респауна. Но как-то в любом случае сложновато идет игра сейчас для команды 2B Anonset по сравнению с предыдущей картой. Здесь соперник камня на камне и оставляет от своего оппонента. Ну и заход
куда? Под Б-плент? Или они, скорее всего, просто на минуса сейчас в первую очередь пытаются сыграть. Здесь навряд ли идет ставка какая-то на именно выход под Б-плент или же под А. Была попытка А3 пикнуть шорт, не получилось. Плюс его закрыл, остается один Зи. Ну и Вейк уже куда-то выходит. Может быть, опять краш. Навряд ли это был тильт. Олег бы не допустил такого момента. Да и сам Вейк далеко не тильтованный парень. Хорошо, Зишка, молодец. Минус 2. А тут это А3. А это... Плюс лагал. Ну... Победила синяя команда. Да. Надо просто смотреть в скайп, может он... Да, он пишет. Мы вышли. Все. Будем ждать, ребят. Но вот сейчас, да, вот как бы вот что-то похоже на влияющий игровой процесс. То есть человек залагал все-таки там и так далее. Ждемся. Но я думаю, ничего вообще не сделать. Сейчас 5 минут, просто будем сидеть. Просто мне кажется, что... Скорее всего, ну, да. Да, будут типа такие, ну да-да-да, мы что-то делаем. Ну мы же, ну они вроде бы живы, бегают, же вроде что-то есть. Ну а что они в своей ситуации сделают? Ну могут и натрибутнуть, может. Ну а тоже, что поможет, непонятно. И мы просто жмем ready. А, он, наверное, хочет еще потом предъявить как раз-таки, говорит, видео можем залить. Ну вот тот в конце, вот если за тот момент в конце говорить раунда, как бы залагал по факту, да, там вообще телепортировался, но это было после раунда, типа, вот, ну вот, да, как бы, как я говорил, но и нет тоже. А вот на боковой, вот что было как раз-таки в этом раунде, в самом последнем, там вот что-то плюс-минус вроде бы, не так жестко, но тоже было, да, вот, ну, так вот. Блин, так сложно говорить про лаги, когда вот, ну, ты вроде бы, да, там что-то есть, вот прям совсем вот серьезно. Я понимаю, что чувствуют игроки, то бианонс, сам представляю, как это дико неприятно, если против тебя человек лагает. Он и двигается как-то непонятно, а мало ли, если что-то прилетит из-за стены, что ты не поймешь, не увидишь, ну, это боль. Боль, боль, боль. Так, кстати, говорили все за СЛТВ, я вспомнил, пока все время можно посмотреть будет. С чем вообще сейчас люди, в принципе, даже не играют. Ну, как голова и там маски. Вот. Что раньше было актуально, это вот эти как раз такие, ну, СНГ-шные маски. Белорусская, казахстанская, украинская где-то была. Да. В частности, все с ней бегали. Почему? Потому что она была как хамелеон какая-то. То есть она сливалась с текстурками. Ну и российская маска тоже была, в принципе, такая вот популярная. Те, кто хотел, чтобы их убивали почаще, брали казахстанскую. Ни, вообще ни малейшего какого-то нотки в плане нации, а вот сами понимаете, просто здесь солнышко такое, и вы как бы желтый весь. То же самое практически было с беретом. Вы надеваете красный берет, и вот вы сами понимаете, вот просто ракетка такая вот красная, стреляй сюда. И белорусская, кстати, вот неплохая была, я тоже помню, какое-то время и с ней играл. Чаще выбор был между белорусской и украинской. Но чаще, разумеется, там 75 на 25%, что-то такое. Ну да, тут еще я вышел из магазина посмотреть, есть ли продвижение, ребят. Нет, они так же сидят. Это тоже еще было из старого. Раньше вроде бы... А, раньше надевали еще, вот тоже Матео, вроде как оно и было. А шлем повышенной прочности, то есть, ну, что-то такое, короче, плюс один маска была, плюс один. Мог надеть, насколько я помню. Или нет? Нет, не было? Что-то я припоминаю, когда-то же можно было. А, это уже на арене вроде было, да? Окей. Так неплохо выглядит. Какие-то сзади, что это? Тюбики какие-то? Типа рихмахер. Я не знаю, что это тогда. Ну, вот зачем эти тюбики? Я пытаюсь, знаешь, как-то вот, знаете, вверх вот голову поднял, так будто сейчас что-то увижу. Нет, ну что, у него капюшон мешает тут. Сенсорный шлем, кстати, вот прикольная тема на самом деле. Вроде бы бесполезная в плане, знаешь, ну, у него два плюса всего лишь. Если ты возьмешь на какой-нибудь КВ, условно, где, правда, сишек нету, но, в общем, смысл такой. Те, кто ставит вот на арене, допустим, сишки, оп, поставил, а ты шлем надел сенсорный и увидел. Если что, кто не использовал никогда... При надевании этого предмета, этого головного убора, вы видите все сишки установленные. И клеймор вроде как тоже, не уверен, но скорее всего тоже. Да, поэтому ради того, чтобы побаловаться, ну, кстати, вон, 1 рубль за один день. Можете взять, поюзать, посмотреть. Они так красным забавно подсвечиваются, то есть вы сразу видите и такие, классно.
Вот если бы что-то такое на арене можно было бы юзать. Тогда бы это все равно не ввели. Потому что иначе смысл этих сишек. Ну да. Ну да. Сверхпрочный шлем. Где-то еще титановый был, не ошибаюсь. Что прям там вообще 4 плюса. Русский тлен, коробки. Маски. Понял. Так. Ну мы пока ждем. Так, что тут? Судья дал 5 минут. Это было, насколько я понял, 3 минуты назад. У меня что-то на компе игры на 3 минуты, на 2-3 минуты опаздывают. Ничего себе. Как Knuckle хорошо еще написал. На русском тоже сообщение дал. Достаточно понять, что происходит. Ну, вот я как раз-таки эту мысль говорил, что ну, у них сам по себе интернет такой. То есть они в теории вообще ничего не могут с этим сделать. Вейк давит на то, что решайте вопрос, это не наши проблемы. Ну, я говорю, все как оно и было. То есть, ребята, скорее всего, ничего не сделают, но а что? Вот так вот. Так, что у вас по чатику? Русские не сдаются. Тут понял, тебя понял. Так. Так, что за Овешкин, что ты тут пишешь? Я вот это читать не буду. Да давай, не это. Не-не. Были маски, плюс 3, украинская, русская и так далее, потом запретили, разрешили только плюс 1 и все. Ну вот я говорю, я припоминаю просто, что да, были маски какое-то время, а потом, помню, играли в плюс 1. Да-да-да. У нас тут учитель СЛТВ, который, к слову, упоминал и говорил о том, что да я тебе тут экзамен могу устроить, ну не мне он это говорил, а зрителю в чате. Но вот про 110 хп тоже запамятовал это, получается. Но ничего не говорю упрекающего. Я просто говорю, что, во-первых, прежде всего, мы все люди. Забыть что-то — это вообще, ну, обычное дело. Я-то 20 минут назад могу забыть, что я делал вообще. Или что-то такое. Вот сейчас бы Максим, конечно, подрофлил, что вот тогда рассказывал. Я, может, что-то и вспоминал. Не хочу себе рофлить. У меня настроения нет. Все, сам над собой рофлить. Да я могу там над собой порофлить. В чем проблема? Бывает, бывает. Ты забываешь не то, что было 20 минут назад, ты просто перед эфиром мне за 10 минут что-то рассказывал, там даже меньше, чем за 10. Да я тогда отвлекся, активный, наверное, поэтому потом забыл. Да, несколько дней подряд ты отвлекался, сидел. Да ну, бро, сейчас ты вот и привлечешь, ничего не знаю. Ты до этого сидел, говорил, когда я так себя рофлил, так, ты до этого молодой. Сидел, говорил, да тихо ты, типа такой... Ну вот, просто понимаешь, текучка такая, я парень общительный, уже не помню, кому где что рассказывал, когда, поэтому забываю. А сейчас ты такой, да я, может быть, отвлекся там где-то еще что-нибудь через недельку. Ну, такой, ну знаешь, была такая ситуация, короче, да, вот из-за этого забыл и так далее. Сиди уже. Я вот недавно помню, рассказывал, то есть, ну, снова припоминал то, что вот я же тебе говорил, и ты такой, как бы, ну, ты мне это говорил. Я такой, да-да-да, я помню. Просто я вел к тому, что ситуация, допустим, повторяется вот так вот. Был один случай, по крайней мере, такой, может, его засчитало, что... Чего там у них в скайпе происходит? Так а что, Маша, нет, они друг друга. Чья я говорю, респекты будут война. Сидеть дальше, потому что, а что они сделают? Они ничего не сделают. Им дали 5 минут. Так, раунд засчитан. Мы ребутнем... Мы призойдем и ребутнем это все, что мы можем сделать на данный момент. Вот я говорю, они все, что не могут сделать, только так вот. От них вот ничего сейчас нет. Так. Продолжайте игру. Но раунд засчитан. То игрок вроде убирается. Человек убил двоих через телепорт. Кому он тогда?
Сейчас. А, раунд защиты, наверное, про то, что сейчас вот последнее было, то, что где чуть-чуть плюс подлагал. Ну, там просто, видишь, Зишка заметил то, что плюс завис, но он отбежал уже за угол, и потом такой, а, он завис, вернулся, и в этот момент плюс отвис, и его убил. Ну. Ну да, вот этот момент, они, наверное, про него, и тут написано, раунд защиты, защита. Если будет еще лагать, то должен будет выйти из боя. Пишет судья. Сколько у нас... сейчас, секунду. У нас 7-3 сейчас счет. Мы уже доиграть бы успели карту, пока сидим, и вот это вот они в чате там войну устраивают. Я, конечно, понимаю то, что для игроков каждый раунд важен, то, что вот так играть невозможно, там, да, где-то что-то подлагивает и так далее. То, что за каждый момент можно будет уцепиться, но здесь помимо игр есть еще трансляция, есть зрители, есть болельщики, которые ждут игры, а не файта в чате. Так. Я вот тут с вашими приветами, на самом деле, ребят, смотрю, вы тут уже рофлить пошли. Я пока не возьмусь вот эти приветы передавать. Пока вы там не успокоитесь. А то я вижу, уже во вкус вошли некоторые. Однажды, к слову, я наступил на такие грабли, больше не наступлю, ребят, спасибо. Не, не надо. Спасибо, нет, не надо. Спасибо, нет, не надо. Ну что, еще раз, что не понял? Спасибо, нет, не надо. А, ну так ты так же сразу же и сказал бы, это что-то там вокруг да около ходишь. Смотри, тут у нас уже есть прогресс на карту, и первым же делом, нарзы, господи, респекты уже начинают рашить своих оппонентов, находят еще один минус для себя, погибает три, неприятное начало будучи в атаке. Есть размены, Вейк вместе с Зишкой не простили, но это 3 в 3 ситуация, и при этом есть ли информация по The Lord'у, вот в чем вопрос, этот парень сейчас мид контролит вообще без каких-либо проблем. Заход под бэплэнд, бомба была установлена, а Вейк вообще там куда-то параллельно под апленд, через кухню, на пробеге и так далее. При этом тиммейты-то в меньшинстве, их просто испепелили, и сейчас один зайдет ставить, будет дефать, один зайдет, будет дефать. Ну, можно и так, ладно. Ну, вот так вот. Бомба я до 8 раунда. Респекты добирают. То было 5-2, ведь, да, верно? Когда она была на той стороне. Что-то как-то все типалось и так далее. Если да, так, да, 7-3 у нас было, и сейчас 8-й раунд берут респекты. Все верно, все правильно. Ничего ты не забыл. Так, The Lord сейчас берет в руки берданку, закидывает хаешку на кухню, минус от Зишки, еще один минус от Вейка, но Джеза все-таки на гранате подрывает три, и заход на шорт присутствует, но там Халдрога просто не прощает и казнит своих оппонентов. Вейк тут же хедшот, это 2 в 2, открытый бэплэнд, надо максимально быстро сейчас смещаться и ретейкать этот бумсайт, но под КТ-спауном остается Вейк, который ждет как раз-таки смещения Скайл. А, ты всерьез заметил? Ага, здорово, но Вейк при этом очень сильно пострадал, но все-таки нашел минус. И остается The Lord, который сейчас заходит на позиции шорта. Он знает то, что один как минимум находится на КТ, ну а второй, скорее всего, боковая. По КТ спавну есть инфа, что соперник рыдовый, одного попадания будет более чем предостаточно. The Lord еще чекает спину, мало ли кто-то попытался бы обойти его. Но здесь все довольно тихо, никого нет, так что The Lord потратил лишние 6 секунд. Они для него явно были не лишними. Зашел в плент, ну и теперь есть информация. Выходит на боковую, здесь соул, времени нет. Да, но... он закрывает соул, но еще с Вейком надо разобраться. Допустим, он с ним бы разобрался и разберется, может быть, но времени нет. Здорово. Точно выстрел с дробовичком, но это не помогло. 4-8. Смотрим. Сверху тут господину рассказали, как раз-таки, я так понимаю, новичок. Не просто на трансляции, а на в игре. То есть за коллекцию спрашивал, тут обязательно ли давать заплатить рубль за починку. Да, когда ты в бою взял делюксовый девайс, значит тратится одна единица прочности. Одна единица прочности, один рубль. Починить ты можешь, когда тебе будет удобно. Ну, в любой момент, в принципе. Ну, кроме в самом бою, нельзя ничего чинить. Окей. 5-5 ситуация. Попытка атаки сейчас пробраться под бэлплэн. Сейчас есть хороший выход от Риен. Может забирать Халдрога и забирает. Выход на мидл. Далее пошел сейчас душить людей, но там сишки. Его остановили без боя, так скажем. 4 в 4. А тут уже Тимоха. А тут уже Изи.
И плюс один на секрете был, его выстегивают. Но еще и на медля закрывают Джеза, неприятно для барона. Оп. Бомба была установлена. Оп. Бомба установлена, и через КТ заходит The Lord, через Игу выходит Skylake. Skylake выключают, The Lord остался один. Да, он там попал в голову Зишки, но это, опять же, не сыграло абсолютно никакой роли. Есть еще один фраг, и потихоньку пытаются вернуться в игру сейчас в Бианонсет, набирают раунды для себя. Но это 8-5, еще 3 раунда и закрыть в ничью. Так, Джеза потерял немножко здоровья, не страшно, при 3 хаешке в район. Все, что говорят, коннект. Оп, и флешка рядом. Соу, Лорд с дробовичком пытается здесь напрячь соперника. Ну, позиция максимально располагающая, потому что без дроби забирает, но не успевает среагировать, и поэтому погибает. Соу забирает очередной фраг для себя, проходит. Ну, как очередной. Один из фрагов, которые были сделаны командой. Соу подловил сейчас Skylake. Открытие на боковую, там Зишка, пачка по нему, Рия остался последним. Один в три ситуация. Слышно топот. Инфа по Skylake, но там пачка. Есть раунд. 9-5. Нет, получается, остался последний. Начало миссии. Да, вполне. Ну, если забирают респекты. Да. Да, все видно. Да. Вполне. Да, 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 не ошибаешься. Но тут Джеза находит минус на Ри, Зишка разменялся моментально, заход опять же на ноге просто под бэплен, под бэплен там почему-то никого не остается, странно, очень странно, хаешка прилетела под Зишку, 52% здоровья. На ищах здесь еще Соу отыгрывает, закинута была хае на боковую, Соу даблкил, минус от Вейка, закрывает Хала Дрога, ну и Skylake 1 в 4, он сейчас столкнется с Вейком, да, нашел этот минус, уже 1 в 3, бомба не пострадал установлена толком. Так что можно попробовать. Но бомба была установлена. Хорошая хаешка сейчас пойдет. Skylake. Хаешечка полетела, пошла. Но прилетела она на Зигу. Да, он под шорт закидывал, но там никого не было. Так что минус есть. И еще один раунд от Бианонс. Минус есть, можно и... Поесть. Есть захотел из-за тебя. Все. Забатил. Сейчас слюновыделение будет. Слюноотделение. Ребят, не только у тебя. Окей, Сошки. Отошел от респана, что-то как-то впадал в кашу немножко, но не страшно в целом. Пошел дальше. The Lord, кстати, прожал. Он слышит, конечно, кстати, тиммейт проходит сейчас под квадрат, много информации собирает, потому что атаки там нету, они идут на Б, тут Джез взрывается на хаешке, которые забрасывали прямо под него, плюс вынужден был просто погибать, иначе никак не обернуться. Опять же, хаешки нашивы, соперник не позволял просто жить. И вдвоем со спины идут. С дерева, Skylake, уходит. Опять же, свапы бесконечные. Лорд помогает выходить в упор. Вот опять же, он сейчас свапал просто ради того, чтобы свапать. Ну вот, смотрите, просто вот есть несколько лишних движений. И вот они порой приводят... Оп! Не к такому, конечно, но бывает тоже неприятный момент. Зи вышел, почикал ножичком. Есть фраг, есть раунд. Ребят, позабавились. Начало миссии. Так. На. Экзит. То есть уже все? А, ну да, там вроде был раунд. Или нет? Да. Победила синяя. Так. Да. 7-9 получается. 7-9 получается. Сейчас бы найти еще здесь модератора. Так, 9-7 за респект. Рамазан, 9-7, респект, жду в личные сообщения, скриншот учетной записи Твича, не забывай прикладывать, и ты получаешь свой приз. Ну а вы, друзья, сегодня большие молодцы, и давайте мы с вами сделаем так. Вы немного не дотянули до второй раздачи, я вам предлагаю, чтобы у нас вторые раздачи проходили не в личных сообщениях, а в чатах. Вот так вот я вам скидываю раз, и, ну, просто там до симметрии немного не хватало одного кода, подождите. И вот так я вам сейчас скину 2. Ничего себе, там выделяет просто. Вот так вот и вот так вот. Забирайте, ребятки, вы большие красавцы, большие молодцы. Давайте на этой неделе мы с вами до 150 дойдем. Ну, мы можем, мы же лучшие, мы же топчики с вами, правильно? Правильно. А то что это, 120 есть, а 150 не возьмем. Как нечего делать, вот так, по щелчку пальцев. Так,
Всем спокойной ночи, ребят. Время уже позднее. 11 часов вечера по Москве нас смотрят разные регионы. У кого как, у кого где. Все, у меня уже час ночи подлетел. Да. Завтра будние дни, но тем не менее, даже с учетом того, что завтра вы еще будете на работах, у вас 100 человек прямого эфира, так что вы большие красавчики и красавицы, отбиваю вам пятюни. Но мы с вами прощаемся, у микрофона для вас Максим Чеев-Терентьев, Илья Стивихайдаров, пока-пока. До завтра.